Вот такая вкусняшка готовится в ресторане Дежавю. Запеченная ножка с овощами и с молодым картофелем. Приходите есть поэзию узбекской кухни. На 1,5 часа в духовочку. И мы будем это все подчивать. Приходите к нам, и вы не пожалеете. Ресторан Дежавю. Лучшая узбекская кухня Батуми. Сейчас все это отправляется в духовочку.